Так, мы на базарчике с папой с утра побыли. Купили такие, как они пахнут, это вообще клубнички маленькие. Бананчики. Сейчас, Дианочка. И для салата огурчик, укроп и петрушка. Вот, укроп это то, чего в Италии нету. Почти. Так, это пока надо в холодильник. В общем, готовлю завтрак детям. Ну вот, кашка готова. Тут малина, клубника и чуть-чуть банана. И все это на запаренную овсяночку. Пойду покормлю своих козявок. Смотрю, сколько они съедят. Папа уже вернулся с моря. Пошел сейчас в столовку с контейнерами, наберет нам каких-то котлеточек картошки, что мы вчера творили в гостях. Для гостей. В смысле, для того, чтобы идти в гости. Вот так. Вот папа бред забыл. Но сейчас салатик сделать. Потом уберу чашки отсюда. А тут там тепло. Варю ленивые голубцы. Часть отсыпала сюда, потому что нам на 5 литров надо. Ну, выглядит ничего так. Папа сказал, будет на ужин. А сейчас мы картошечку покушаем. Вот. И я тогда к ней салатик сделаю. Так, капуста у меня снизу. Что у меня тут еще? Ага, вон оно. Это у меня кто? Картошка сваренная. Вот. Потом огурчик с укропчиком на салатик. И вроде все на сегодня. Так, там еще бутерброды утренние оставили, что папа наделал, как-то мы их не съели. Вот, и капуста у меня снизу. У меня тут такой завал всего, что никуда не влезло. Тут чай растворимый, на случай, если воду невкусную купим, а эту допьем. Ой, вот, капуста. Там еще чуть-чуть картошки и лук. Морковку я не захотела тут брать, потому что, не знаю, она мне что-то не понравилась. Я привыкла, что у нас чистенькая, красивенькая в упаковочке, красиво так. А тут вся в земле, непонятно какая, и я ее, в общем, не рискнула почему-то брать. Ну ладно, сейчас сделаю салатик с капустой. Папиным супер-ножиком. Кто-нибудь когда-нибудь делал салат таким ножиком? Вот, вот таким ножиком буду делать салат. Ну, начали. Едаки, обедники. Девчонки, вам картошку. Папе с Максом ленивые голубцы. Чего плачем? Что, котлета закончилась? Ложку? Ну, бери ложку. Чего у тебя их две? Ой, капризуля. Вот Диана у меня кушает нормально. Она кушает все, да, Диана? Не хочу ложку. Хочу, не хочу. Ну, то положи. О, ну все, и капризы. Как мне нравится это окно. Оно такое большое вообще. Иду! Я же говорила, мороженым в песок уронишь. Не-не-не, мороженое держал сверху, оно сам скорее полетело. Ну, такие гонки у нас периодически бывают. Придется купаться, набегать. Красота, такая тишина. Эльза к вам идет, Макс. Не, не хочет. Тебя полили с ведерка.
Что ты рассказываешь? Кто красивый? Окно красивое? Да. Зюшка, не убегай. В общем, мы пришли с моря. Сегодня так классно было. Вечерком без солнца почти. Эй, чего? Мы не сгорели практически снова. То есть классно было, очень прохладно. Комаров почти не было, их потравили. Бегай, бегай. Папа с Максом ушли играть в тир. А мы с девчонками идем на качельки всякие. С моей сестрой вместе. Мне не особо получится снимать в процессе. Бы надо за две руки держать. Вот это хулиганки. Ну, в общем, мы поужинали, идем гулять. Я ухожу без вас. Все, комаров у нас нет. Стой, мама, стой, мама, мама, стой. Давай. Мама, стой. Мама, стой. Ой, ой, осторожно, ты уже раз упала. Вот тут. Кака. Какая кака? Нету тут кака. Выходи давай. Мама ключи возьмет. Иди, иди, Сайка, иди куда хочешь, иди. Яночка, только не упади, хорошо? Куда идете? Ой, я собака чуть не упала. Пискуши. Загорелые такие, классные. Морские пискуши. Ой, наш домик. Очень классный, очень уютно. Ай, какие обнимашки сладкие и целовашки. Ой, куда в разные стороны сразу вырвались. Наконец-то комаров нету, да?